Здравствуйте, друзья! Продолжаю я заниматься отделкой фасада дома и буду наносить второй слой клея, то есть шпаклевать. Клей я буду использовать Церазит СТ-85. Слой будет у меня где-то около 2 мм. Сначала я пройдусь шпателем и удалю вот такие наплывы. Особенно в углах, возле окон. Это, конечно, нужно было сделать на следующий день после устройства армирующего слоя, но я этого не сделал, поэтому буду делать это сейчас. Дальше грунтую стену грунтовкой, вот такой полимин АС-7. Ну вот, друзья, обработал я стену грунтовкой и теперь подожду, когда она высохнет, и буду шпаклевать. Грунтовка высохла и теперь буду приступать к шпаклевке стен. Сначала пошпаклюю откосы возле окна, потом перейду к стене.
Итак, друзья, прошли сутки после нанесения клея, он подсох. Теперь я беру вот такую терочку и шпатель и буду убирать вот такие все наплывы возле окон, вот где есть. Так буду все зачищать. Стена готова для нанесения следующего слоя. Это будет грунт-краска. Закончил я шпаклевать фасад. По материалам я сюда потратил одну канистру грунтовки, 5 мешков клея Церазит СТ-85. По деньгам это получилось 875 гривен или 1850 рублей или 33 доллара. Общая площадь около 140 квадратных метров. Следующий слой будет грунт-краска, а дальше либо покраска, либо декоративная штукатурка типа караед. На этом все. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал.